Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Кулинарные истории». Я уже соскучилась, не встречалась с вами целых 4 дня. Посмотрите, какой я приобрела для кухни аквариум. Стало как-то уютнее, тем более, что я много времени провожу на своей любимой кухне. Приготовим сегодня свинину с ананасом и сыром. Нам потребуются следующие продукты: свинина, лук репчатый, морковь, сыр, кольца ананасов консервированных, мука, соль, перец, зелень. Итак, приступаем. Нежирную свинину нарезаем вот на такие кусочки, вот такие пластиночки. Вот. Далее солим вкусной солью. Сначала мы отправим все в блюдо. Вот так вот. И уже вот в этой миске мы посолим. Посолим и перемешаем пластины. Пищевой пленкой накрыли мы пластинки и начинаем отбивать. Отбивать будем с двух сторон. На разогретую сковородку мы налили немножко масла. И теперь запанированные мукой пластинки кладем на сковородку. Обжарили до золотистого цвета одну сторону, повернули на другую. Итак, все пластинки должны быть вот такие, немножко поджаренные. Лук, нарезанный кольцами, мы слегка обжариваем. Морковь нарезали тоненькой вот такой соломкой, беленькой. Одну дольку чеснока натерли на маленькой терке. Прежде чем выкладывать мясо на противень, я еще раз покажу все продукты, которые нам потребуются. Обжаренные пластины мяса и кольца лука, морковь, порезанная мелкой соломкой, сыр, натертый на крупной терке, одна долька чеснока, которую мы тоже на мелкой терке потерли. А зелень петрушки и укропа нам пригодится в конце готовки. Начинаем выкладывать все на противень. Сначала сыр, затем лук. Вот так кольцами раскладываем. На морковь выкладываем пластинки мяса, которые мы натерли. Вот одну сторону натираем чесноком. На мясо выкладываем кольца ананасов. Вот так я на содержимое насыпала сыр, распределила его. Теперь сейчас закрою фольгой и поставлю в духовку. Прошло 30 минут. Я сняла фольгу и поставила еще мясо на 10 минут в духовку. Вот такое мясо с ананасами и сыром у нас получилось. Готовьте, друзья, по такому рецепту мясо. А я, Людмила, прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Спасибо за просмотры и лайки. Будьте здоровы. Пока-пока.